Смотр украинских силовиков прошел в Одессе на Куликовом поле, том самом, где 2 года назад стояли палатки антимайдана, участников которого потом заблокировали националисты в горящем доме профсоюзов. Ко 2 мая, годовщине, в город стянуты около 1500 полицейских и солдат с оружием и бронетехникой, и из Донбасса переброшено подразделение «Альфа». Сегодня же стало известно, что на Украину не пустили польского и немецкого репортеров, которые собирались работать в Одессе в эти дни и раньше писали на неудобные для Киева темы. Как раз одна из них, так и незавершенная за 2 года расследование трагедии, жертвами которой только по официальным данным стали 48 человек.